А шо вы стоите, блядь? Сейчас это где? Юля решила раздать СПД фласочки. Там что, фласки закончились, ешь что же. Я понял. Юля, блядь, ты заебала. Все, мы богатые бабы, Настя не ебёт, ставим две. Ты бедная, я богатая. Я бедная, да. Нет, Андер, тебя нет. Почему, не знаю. Я тебя не увидел, не талас. Или проебался где-то, не суть. Левичка, ты будешь сдавать Т4 свою под первую взлетку, а танчик ты будешь сдавать под вторую. Я сдам МА, а потом скажу, заберешь вой. Я на первую сдам его. Центр для хилов освободите. Взлетки в первую очередь. Войт, что ты делаешь? Я готов. Напомню, что укус должен поймать, скорее всего, а не кто-то другой. Ваку, красава. Нахуй ты кнопки жмешь. Сказано, с пула не влетать. Ложитесь нахуй. Она ведь не работает. Ходите в лужу тогда. Вот лужу вам в центр принесли. Блять, на спейсе попал мышь. Сука. Адель есть? Дэль? А чё ж ты у куста забрал, если ничего не жал? Рыбка есть, поэтому так сразу... Нахуй ты бурстишь, я сказал, не жмешь кнопки с пула. Ты вообще слышишь, что я говорю, или нет? Может он тактики не знает, может он вообще первый раз играет в WoW. Интересуйтесь. Блять, ты говоришь с бурстов и сейчас говоришь, что ничего не жал. Ладно, сейчас я посмотрю. Ты за меня, придурка, не держи нахуй. Может, на пол было на него? Сейчас я посмотрю. Нет, вроде не было. Блять, почему я так сейчас ору с этой фразы Никиты, блять? Да, ну чё, фраза. Слова местами поменял. Нет, это из видоса одного. Ой, блядь. Это было орно. Ничего не жмите с пула, или мы так и будем падать. Пока укус не поймает, скорее всего, первый, мы будем вайпаться. Ваку, отойди от стены. Куда выноситься будет тень. Вау. Я хуй знает, что это было, Мася Берни. Это, блядь, рейндж хуёво держит. Кул ребаф, Бахан Тудович. Факт, забежали. Тени? Дайте, пожалуйста, каску по ханту, 300 баллов. Хисяка. Я так и не наблюдаю каски на ханте. Сейчас. Ну, блять, если ты сдохнешь, это будет нихуя не похуй. Тут жестко с хилом. Все, тихо. Настя.
Юль, ты на себя фербак повесил? Ну, вторая пса, я считаю, будет плюс мораль. Юль. А, повесила? Че, молодец. Маледик нажал Борову и его карту. В тени под фи... Стим. Рефреш будет, кто бы я... Центр, все сбежали. Мои требования и предложения, как защитить меня после их... Что это за пиздец? Я давай бы сказала, что это не образует дыру в национальном бюджете, но это будет ложно. Что за хуйня была? Блять. Тяра ресни. Ресай. Скажи что-то по мане. Войду, залейте инер. Опа, где бы, блядь, 4-5, чем нахуй, еще точки повесил на все. Поехал. Вот, забери ауру, пожалуйста. Угу. Пакт. Тени. Котя. Это очень страшно. Он посвятирующий. Только попыт. Только попыт. Да. Ну ладно, давай гимну на ману. Я... Ну типа если сейчас прохнет 4 мультикасты. Так. Тени. Под фир. Опа, 2 мультика. Кисяк. А где второй медас? Что на случай не будет? В центр все милики. Сейчас пойду. Рано диспалкать. Вы разбежались. Смог, но... Танчик, давай сбаун, давай ма. Стим, сдавай гимн на хп. Ёба, давай. Ёба, держись, блядь. Ёба. Ёба, держись, блядь. Души, нахуй. Если поставишь потом на кнопку, ладно? Геру. Души, блядь. Давай, че, Гер. Там смог отходить. Да, блядь, 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 блядь. Тени отдай. Давай, бегай. Ну, хан, почему? Вот так, ладно. Добивать. Я не могу на кнопку, типа, мне максимально неудобно, поэтому я... Когда я знаю, что я буду пиздеть, я его не выключаю. Так Никита рылит. Тут, блядь... Кирилл с 4 мультикастами ебашит жестко. Да, ребят, когда у вас пак, не бегите, блядь, куда-то от рейда, я... Пиздец. Щиты... И убедите меня в просьбе еще к... РДДшником на пакте. Пожалуйста, смотрите, блять, там ДБМ анонсит никнеймы, на кого кидается пакт. Если вы видите, что с вами хил, то старайтесь бежать к нему, чтобы он меньше двигался. Войд, блять, 0 ЕП ставить чё? Десятку. Ну ты дурак, нахуй. Ну, блять, ну хули, а хули делать? Ну, поработает в минус на 10, типа, ничего страшного, все равно щит никому не нужен. А что так можно было? Ты уже все проебал. У тебя тоже нахуй 0 ЕП. Так дайте мне какой-то бонус, ебать, ЕП, чтобы я ставить. За что тебе бонус? Да ну за чего-нибудь, блядь, ну придумайте, ебать. Бонус это на минус. Я вдал быстро. Портнусь, масло возьму на пузо. Дай ему бонус 9 ЕП. 9, а как ставить? 10, а ну вот как. Бонус есть бонус. Бонусы не выбирают. Чё за фигня вообще, блядь? Я тут, блядь, в трёх спеках, блядь, даже блокером играю, блядь, мне что-то ИП зажали. Соточку дайте хотя бы. Бентли, потому что я какая-то хуйня играла. Да-да, пуляй, никто перерыв не объявлял. А суманите, плиз, я же сказал, за маслом сгонял. Комбат, все хуёво. Попросить просто, нафига.
Да, Корбин Даллас. Но сказали масло свое, вот пришлось уйти. Четыре человека, которые хотят покурить. У вас будет 5 минут. Жулик, блять, на коте. Ну вот, четверо пиздуйте. Спасибо. Как вернетесь, отпишите что-то. Нету? Нет. Бля, хуёво. А чё? Ну, на валитре лучше 2-10 просто надеть. Похуй. Три перелёта будем делать. Что будем делать? Три перелетки спросил, будем делать. Я хуй знает, я не шарю. Ну давай три, короче. Думал, два хпала. Я просто на четырех саках сам в соло мог выпить. На трех, думаю, хватит. Наверное. Там если гимн дадут. А чё такая тишина? Звукаешь, наверное.
Я, блядь, аж удивилась, думала, у меня дис вылетел. Нет. А, это такая тишина. Давайте, ребята, подождем, еще ресочку надо закрыть. Думаешь, мы вывезем с импульсеров? Я буду очень надеяться. Что там вывозить? Что а, мы ее вывезем? Единственное, что только метка в метку, блядь, тяжко было. Ну, это тебе синдра не в хэме, так что нормально. В хэме там, там пиздец, там вообще 6 меток, ебать, что там делать будем? Танки умеют же танчить, да? Знают, как меняться. И меняться? Ну, в обмен кидаешь правой кнопкой мыши, там, блядь, портрет. Сай, голды. Да, мне голду в обмен. Ебать, меня пригвоздили. Потому что пиздишь, да хуя. Котя, мы считали дырки в сыре. 3 плюс 2 всего? 4. 4, проебал опять. Как это так, блядь? Ну, а я выиграл. Получается, сотка ИП надо мне за выигрыш. Плюс 0 только могу. Да как плюс 0? Ну нихуя себе. Настя, ну дайте мне ИП, блядь, какой-нибудь, чтобы я ставить мог. А куда ты ИП проебал? Это у Насти спроси. Твины отвязались. Какие твины? Ну, у меня скиллованный перс. Выходом стука ХМ теперь на твинов начисляется ИП отдельно. Ебать. Все же зашли. Не все зашли. Камень Даларан, нахуй. Я имею в виду, что не только мы. Умираем, никаких диванов. Все, а, блядь, моб прощай. Никто не хилит, кто умер, тот умер. Мы вам и так это допинаем. Я главное, блядь, им рассказывал, блядь, тысячу раз говорю, ребята, блядь, покажи вы бы не заходите нахуй туда. Похуй ее, блядь. Так, бля, о чем мы там? Блять, у нас шел какой-то диалог. Я сбит. А, я говорю, почему спиздили ИП? Хотя бы соточку мне. Потому что теперь твины лутают ИП отдельно, и был срез ИП с выходом с ЛКХМ. Да срез-то я помню, там мне было что-то 30 тысяч, потом стало 3 тысячи. Да, 90% было потом, срезано. Потом начислялось и... Не вставайте, я дома срец. В какие-то рейды я шпалом ходил, то есть, по сути, там какая-то, ну, я не знаю, ну, какая-то же циферка должна быть, блядь. Да блин, Войт, ну это тогда все так захотят. Типа, сделаешь одно исключение, все будут ныть, скажут, вот дайте мне тоже соточку. Вот в этот рейд сходишь, следующее уже будешь ролить по своим десяткам. Этого чара. Ебать. Ну все, хули. Все, все. Тишь тут, блядь, как Адель нытик. Адель нытик? Адель страшнейший нытик, он просто не базарит. Он нытик, вредина, жадина. Адель, ты слышал, как она на тебя наговаривает ужас? Я не наговариваю, ты мне задумалась. Ты мне должна верить. Никита, скажи, что Адель нытик. Ужасно. Ебать, Фир проебался, не знаю насколько. Адель, ты видишь, с кем ты общаешься? Ужас. Там сведились уже мобы, да? Да. Давно. Через, это, через доспех Лока или Хант поставит пета. Уже есть крабик. Шмонить. Ну, давай, повесьте эту метку на крабика. Только пусть он с тобой ходит, а не где-то в сторону. А он его в центре где-то ставит, рядом с этой свалькой. Не, не, не. Ну, нет, не с валькой, главное, чтобы рядом с ним люди были, чтобы это символ от... Ну, короче, символ от цвета небес больше хилил. У нас всю вальку идет. Лок умер. Войт, ты где нахуй? Я же говорю, суманите, блядь. Шкаф дай. Я же сказала. Блядь! Подбегаю. Я же сказала, поставьте шкаф, у нас еще лок где-то мертвый лежит. Лок он, я пробежал. А его резали, он не встал. Ну, ФК, наверное. Три плюса. Котяра, идешь нахуй, тебе минусовать буду. Мула, Биг Мами, Адель тоже нахуй.
Эх. Бля, пожалуйста. Всяко. Блять, паприка, я тебя нахуй лично задоню на ренейм. Подождите, подождите, еще едим же, не? Понятно. Если считаешь, что он тебя отпустил, поняла? Зыся. Я только, правда, рейд забыла про баф, но ничего. Я всех про баф. А три плюса, потому что четвертый я. Не будут когда-то какие-то плюшки? Он уже ушел. Нет, да? Ты хил. Я типа как бы АФКшен, но я тебе. Не плюшки, блядь. С сахаром. Настя, тебя плохо слышно? Блядь. Сейчас нормально. Ёб твою мать. Чуть не сдохла. Я говорю, тебе никогда не будут никаких плюшек, потому что ты хил. Понятно, вот так вот. Часовой бежим. Приминация в каты хилов. Не лети, я полечу за тобой, похуй. Это я тебе говорю. Давай тогда почасовой. Как бывший хил. Так, ладно. Никаких плюшек не было. Ты зашел побыстрее. Ну, блядь, когда Валера уже нахуй наводил свой ютуб, блядь, смотреть, еще плавал, блядь, жидкостью нахуй. Я тут, может, кто-то другой отойдет. Я открыла портал в изумрудный сон. Там вы найдете спасение, герои. Эль, это ты воткнул свою змею? Эль, ты вообще не вовремя подошел. Давайте, Геру. АФКшен. Геру дайте. Геру. Что там, спинка есть? Нету. Всякая параша, блядь. Выйдем? Кого? Ну, пропускаем эвент. Как? Ну, просто вдоль комнаты, блядь, пройти. Не, мы в центре стоим. Ну, короче, не пропускайте, окей. Дель уже пошел, пошлите. А, подожди, танк что-то офнулся. Танчик. Да чё, вылетел интернет глюкану. А, окей. А левичка тут? Угу. Я ж могу в курить сходить?
Танк, да? Да. Дин, вытанчишь левичка? Говорит. Нет, тогда попозже покуришь. Да, тот трэш будем. А чё, в смысле он трэш не выкинет? Ну, его держать за трэш. Ну, у нас просто на полу есть, ну ладно. Дури рисуй. Буйвола. Рисую буйвола. Славик, давай. Ясно, Никита пришел, блядь, с АФК, осколок залутал. Нормально у тебя там все, боссом? Хуйня, пока в план не укладывают. Идите с центра. Всем похуй, что ты плюсуешь. Рано еще уходит. Заберите его в центр. Ну нахуя вот этот вот. Ебать, еще и корни. Тунью заберите ебаную. Буйвол, уйди. Чё, нельзя подождать, чтобы танки набрали агро, блядь? Четыре желающих. Дель, ты идешь нахуй. Кен, Спейси. Всё? Ты уж сползите в центр, чтобы центр, эти, центр. Несколько... Вернитесь обратно. Сейчас пауки остались. Юля, я смотрю, ты трэш научилась релить уже. Да блять, Славик, это все твое влияние. Это все твоя компания. Риснул Феникс. Так, я считаю через ща. Да, все мы правильно. Должны жиши, к Никите. Пиши с буквой «э», блядь. Да. Мы должны к Никите подрядиться помощниками эрелов и эрели трэш. И нам за это ебать попытать. Как тебе идея? Понятно? Да, сотку сегодня я заработал. Ты выплакал сотку, что ли? Не, я вот сейчас тут только гнев небес дал. Это сотка. Однозначно. Триня, мне на хила. По-любому. Будем тащить бить. На холи пала. Зарали. Вы, блядь, убежали. Ебучий зандалар. Ну тут справишься, левичку, пойду покурить схожу. Ебать, шо это? Бля. Сяк. Блядь, не успел на пол нажать. Эд, ты там чё, блядь, моё имя позоришь?
смысле? В прямом. А мне кажется, я все еще лучше играю, Настя. Нет. Тебе просто кажется. Да не. Да-да. Как ты позволил себе умереть, блядь? Чтоб друбить единорожек? Мы десятку Геру добивать будем Синдрулича когда-нибудь? Почему друид? Давай шамана, блядь. Не, пизду, за шамана никогда играть больше не буду. Должен быть шаман единорожек. Единорожка. Блядь, деба наролил нахуй. Ничего смешного, хотя этим можно долго идти. Десятку? Я не знаю. Это у Кирилла надо спрашивать. Кирилл, мы будем допроходить десятку целка? Да, если мы не пытаемся. Кирюш! Не знаю. Услышал? Ага. Ну. Не знаю, посмотрим, что завтра будет с целка. Я что-то не вкурил. Что-то говорят, личане убили 10 гер на сервере вообще. Или убили? Убили. Убили. Еще в первый день. Я его уже лесу. Еще в первый день. А, окей. Вставай, Эд. Помни мою доброту. Никит, ты завтра отдыхаешь? Да. Красно. А ты? И я. Ну вот. Отлично. Не знаю, там вроде леди не пофиксили, поэтому на леди 50-50 пойдем, не пойдем. Будем смотреть потом, как закроем ребро. Я что-то на ребре вообще буду. Понравилось. Когда РТ в тюрьму? Я, кстати, да, я хочу обсудить этот момент с Кириллом и добавить РТ в тюрьму, реально 25-ку. Только, ну, скорее всего, типа там будет, ну, шмот не по ИП, а по ролу уходить приоритетом. Скорее всего, но я еще не знаю, я подумаю над этим. Ну так... и будет даваться ИП за, ну, тогда за там же чарки же, типа, хуй пойми, там на кого падают. Такой фановый чисто. Ну, типа, да, скорее всего. Ну, я подумаю насчет этого. Я с Кириллом обсужу этот момент. Я еще не обсуждалась. Ну, скорее всего, да, добавим. Либо, не знаю, либо разобьем по десяткам, либо разобьем, ну, типа, сделаем 25-ку хотя бы одной там десятки, уже будем так собираться. Ну, типа, а лучше и 25-ку, и десятки. Типа, десятки, ладно, ну, сами десятки, соберемся. Да, десятки вы, в принципе, можете и сами, а 25-ку было бы, да, неплохо походить. Добавят ли донат-шоп, типа, десятки? Ну, вряд ли, мне кажется. А как? Ну, что значит чарки? Это не чарка, ее нельзя снять, типа, со шмотки. Как тебе? Отдельно чарку, ну, типа, ну, да? Я не... видел тему, там, типа, что могут отвязать чарку. А как? Ну, типа, их, смотри, хотят вернуть интерес, не вернуть даже... Туда вообще раньше кто-то ходил в этот ТТГ? Нет, ну, да. Ну, типа, походили. Ну, смотрите, они так долго работали над этим инстом. Все забили хуй, туда никто не ходит. Угу. Естественно, они хотят как-то интерес поднять, понятно. Но вот за счет этих чарок они хотят привлечь туда народ. Типа, и смысл добавлять туда чарки отдельно, не туда, точнее, а в шоп или в какое-то другое место. Да, на шопик надо туда. Можно просто, ну, опять же, видишь, ну, типа, их можно добавить в донат-шоп, ну, вот, как вещи, типа, ну, типа, именно в этом плане. Не выбираешь чарку? Ну, теперь, смотри, Эдик, следуя твоей логике, все себе, ну, не все, ладно, кто может себе позволить, задонатят себе эти чарки и опять-таки перестанут туда ходить. Угу. Это не в интересах Адмира. Это вообще вся игра, то что... Сейчас можно задонатить, я почти весь лут и никуда не ходил. Ну, да. Не, ну я бы на самом деле, блядь, я, конечно, не сижу на форуме и не кидаю им предложения, но, блядь, было бы прикольно, если бы они все-таки реально сделали просто их отдельными чарками и не добавляли их в шоп, а, не выходите, стойте прохиливать, стойте, а, вот, и, ну, просто сделали вот их, ну, типа, отдельными конкретно чарками, чтобы они падали вот конкретно в инсте, и ты мог их юзать на любую шмотку, типа, на какую ты хочешь. Но при этом, чтобы они падали только там, ну, типа, и так в любом случае все равно останется интерес, типа, у людей туда ходить. Ну, да, блядь, с таким раскладом, ну, я как паладин, ешьте рыбу,
Я не хочу туда идти, блядь. Есть потому что лучше, чтобы оставить актуальным ТТГ и чаркить, сделать добычу проще. И просто выбиваешь шмотку, а покупаешь просто револ, типа чарки в домашнем. Да, 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 у нас короче говоря. Отойду в туалет полминуты. Револ можешь выбить сам, чтоб чарк стоил 1000, 2500 хотя бы. Напред ебаный. Ну типа да, чтобы они их отвязали. Я не могу доходить месяцами ради того, чтобы выбить. Да, на туре. Там... Я же в курсе, там есть... шмотка хуже, чем в актуальных рейдах по статам. Ну, немножко. Более. И в сокете тем более. Там на один сокет меньше. Ну там типа ты понимаешь, видишь, в чем прикол? На всякий случай напомню, мы сейчас не в ТТГ, у нас Синдрагоса перед ебалом. А, на взлетке метки выносите в метку. Череп в череп, крест в крест, квадрат в квадрат, луна в луну, трусы в трусы, чтобы вообще ни у кого не было вопросов. Если у Меликов закончились АП-фласки, я стою сзади рядом с колонной. Кидайте трейд. На ласт-фазе все метки в ромб. Если не в ромб, я вам обязательно об этом скажу. Вопросы? Но танки вы танчить же умеете, да? Меняться, все дела. На всякий случай скажу, меняйтесь после притяжки, не раньше. Стандартное. Расположение. В смысле? Ну, чё тут какой-то обуз придумали где-то там за углом? Нет, мозга нет, ебать никакого. Не надо. Она того не стоит. Кто из вас будет танчить первый? Вы определились? Да. Смотрите, короче, где стоит. Ну ладно, сейчас запустим. Боевал. Пуляй. Кто там первый ловит? Идите сюда. Где я прыгаю? Первый тачек. Один. Бедра тоже есть. Вот отсюда и сразу ее поворачиваюсь. Вот с этого. Танчик или левичка первый? Кто из вас? Угу. Я первый. Я, блядь. Ну кто я, нахуй? Танчик. Танчик, танчик. Все, все. Ебать. Ребят. Ладно, короче. Давайте так, будем отбегать и чуть-чуть выше на ступеньки туда. И лови ее со второго, ну, ты я в следующий раз. Теперь разверни. Притя. РДД, напомню, на второй фазе сильно много не стакать освобожденки. Командри шестерки поставил чисто в лист. Ой, блядь, оцепенение. Ну, Хант, Майсия, Бигмами, Котяра, скорее всего. Блядь, я нихуя не вижу эти метки. Макс, внимать. Гулина, угу. Мула. Все вижу. Квадрат, луну больше бейте. Кофе вкусный. Протяжка скоро. Беги, малышка, беги. И вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце. Меточки смотрим, высоко не поднимайтесь, вам же труднее бежать. Фир, Котяра, Загогулина, Кентури, Королева.
Кажется, Тоха, ты заехал по мне с чаржа. Бентли, ты чё ловишь бомбу? Макс. Ну, просто я бью эти скалы, я не вижу нифига. Разбиваюсь. Пойми, это смерть. Нет, ты слишком близко ловишь. Лови вот со второго, которое чертание. Прям очень близко получается. Притяжка. Отбегайте, вторая фаза началась. Милике придется очень много бегать. Врам. Врам. Врамбик. Я в курсе. Только меня нихуя толком не прохилили. Новхан. Врам. Заморозился кто-то второй. Тох, не заебался мало грыбы ловить, не? В кафе. Всяко. Милики, отбегайте. Там очень маленькое расстояние. Блять, Тоха, ты заебал. На следующий, да, притяжка должна быть. Хуй знает. Феникс, встань в печеньку. Не бейте ромб, не разбивай. Нет, надо было в ромб. Встань в ромб. Сдвинь, сука. Отбегайте. Да, я с бан, пожалуй, ну, кто-нибудь, у кого-то у нас так, ну. Сдай гимна хп срочно. Танков прохильте, блять. Геру. Массе БР, танчик. Да, вы просто умираете, ладно, похуй, понял. Не, короче, это хуйня, падайте, передвинь, пожалуйста, чуть-чуть больше на острие и танки ловите чуть-чуть дальше. Не с первого острия, а со второго. И поворачивайте. Босс, хватит хилить. Стопните хил, поверните его. Да, рейд. Хотя они оба и уровень, они же так вот будет спарить, по идее. Блин, да дыхни ты уже, ёпта мать. Я подниму. Блядь, все равно не хватает, ничего не хватает. Надо немножко наоборот, этот ромбик больше на острие на первый поставить. Блин, мы не в ромбе, я повторю. Мы хэвэ перевели под притяжку, поэтому все сбилось на... Адель, не пиши мне, пожалуйста. Не, притяжка там нормально была, все по меткам, ну, когда мы перевели, там все заебись было, просто... Стоит хуёво босс, метка стоит слишком близко, босс стоял слишком близко, из-за этого милики не могли толком убить босса и не могли нормально свечить метки, ну, милики большее время стояли тупо в кашле. Кабан? Есть. Из-за этого хуёво наносится этот дамаг по боссу. Я после трэша не сменил фокус и нагулил вов танка. Дай мне 200. Это я с пула, не в того танка нагулил. Мне просто интересно, танки меняться вообще собираются или нет? Так поменялись. Или... После первой притяжки. Притяжка была, он пришел меня менять. Но так как притяжка сбилась... Мула, Коби, Адель. Сейчас, сори, я да, нажал, он еще пью. Ты главное с токсином.
Скотти, дай Эйнар поскорее всего. Дали Баршане, да? Угу. Примешь Шерча, когда пьешь? Дэль, переодеться, да, не забудь. Да. Даже вот так вот отсюда можешь ее ловить, чтобы больше места было. Да, блядь, ну там очевидно, что ты его убиваешь. Чё это? Ты дракон не выходит. А он, да, уже получше. Притяжка. Вот ты нам даешь этот по танку. Угу. Все отлично. Разнесли. Нет. Вот ты где нахуй? Ты что? Ты почему, блядь, туда встал? Я фридом давал. Хуй с тобой, допустим. Масси, Милхант, вы тут, вы меня слышите? Или у вас инет обрубило, или свет вырубило? Крайним играйте больше по левой. Какой Берни, Массию, Масси, Милханта. Милхант, я бы не сказал, что у нас все в порядке. А, там КДБ. Ребаф дроида. Лапа, приста. Пристабал. Ребят, у нас в первой фазе, это больше РБДшник касается, вы можете еще ближе подходить к боссу, чтобы долго не лететь. Мола, Коби, Загольна, Королева, Андер. Ну, тебе это только на первой фазе. Ну,
Скорее всего, Steam с Бентли королева левичка. Там смотрите, босс как приземлится, мы сразу его переведем. Слева падает. Слева также падает. Справа. Передвинь. Слева. Ну, блядь. Вам повезло, что там был танк. Да, похуй, я кота разбивал, ему нормально было. Ну, блядь, кот тоже может засеяться хорошо. Фаза. Стимс. Разбивайся. Не разбивайте. Притяжка должна быть. Стопните. Стопните. Мелики, отойдите, вас въебет. Разбили фервром. То можно было в печеньку вынести, но... Разбивайте. Коби. Не веришь, где? Почему мне ДБМ притяжку не показывает? Тоха. Да, мне кажется, ты спокойно можешь. Он же нейропексином отключает по силу. Дайте Геру сейчас. По идее, Мелик, еще не идете бить. Стимс, да, и за ним прячемся, притяжка будет. Ебать. Коби, нахуй, путешественник. Блять, как его убивать? Подбейте немного, скрип. Мелики отошли. Все остальные метки в сторону. Феникс. Да, блядь, когда-то это шоу было бисово. Ладно, в план в это зашел нормально. Кач идет. Сколько? 40. Хорош.